I am the king, 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 king. I am the king, 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 king. I am the king, 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 king. I am the king, 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 king. I am the king, 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 king. Come on out, beat, 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 beat. I am the king, 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 king. Come on out, beat, 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 beat. I am the king, 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 king. Come on out, beat, 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 beat. I am the king, 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 king. Come on out, beat, beat, beat. Новый день в полицейских погонях и новая тачка. Всем здорово, друзья, с вами спикер и полицейские погони. У нас сегодня будет новая тачка, тачка Конус. Это здоровый фургон у нас с таким большим конусом. Он реально громадный. Ух ты, жесть. Я поставил такой прицепчик, и возможно его прицепим, а возможно нет, даже не знаю. Но по идее это стандартный фургон, просто маленьком прокачанный. Хорошо, садимся уже в фургончик, посмотрим, как у нас из кабины. Реально такой мощный зверь, уже будет на дорогах Лос-Сантоса. И вот так, друзья, у нас смотрится из кабины. Ну и в принципе не дурно. Хорошо, сделаем наш задний ход. И прицеп у нас получился прицепить. Ух ты, да, вот это круто будет. Хорошо, друзья, у нас сегодня будет очень жесткая серия. В принципе, как и всегда. Хорошо, что у нас сегодня будет? У нас сегодня будет всего лишь... Так, это дело мы отключим и прибавим звезд. Ну, пускай будет... Даже не знаю, у нас сегодня, по идее, нет оружия, так что будем без оружия. И пускай будет 4 звезды. Ну что, погнали. Тачка-фургон у нас получается. С конусом таким. Ух ты, да. И подлетаем. Красота. Как и все смотрится. И на колеса. 6 колес, все нормально. Хорошо, девочки, маленько в сторону. У нас сегодня, наверное, будет маленький дрифт. Посмотрим, как у нас с дрифтом. Ну, в принципе, получается, у нас, по идее, фургончик. Хорошо, когда цепится фургон, попробуем подрифтовать. А вот и кобы приехали. Какая маленькая машинка у них. Ну-ка, попробуем уже. Ух ты, да, конус, в принципе, неплохо. Но эта тачка довольно мощная. Так, дай-ка проеду. Нормально, и прям уже наверх. Кажется, нашего... Ух, хо-хо-хо-хо. Вот это жесть, что происходит? Кверх ногами просто. Ну, прицеп остался на месте. Это довольно радует. Так, отключаем замедление и продолжим. Прицеп реально остался на месте. Ну что, ребята, маленько в сторону. Мы сегодня уже по катушке устроим просто на тачке монстр. Как ему копа сбили. Вот это будет жесть. Мне хочется выехать реально уже не на трассу, а возможно даже и на трассу. Мне хочется выехать в город уже. Как он сбивает-то? Обалдеть. Так, поехали сюда. Мне кажется, сегодня будет довольно будет мешать такие уже вертушки. О-о-о, куда тачка улетела? Просто в сторону. Коп в одну сторону, тачка в другую сторону. Вот это давненько у нас не было. Так, хорошо, даже не знаю, промчимся, не промчимся. Эх, прям перед нами, что ли? И снова подлет. Ух, хо-хо-хо, вот это крутано. И кажется, друзья, прицеп мы потеряли. Как он крутанулся, и прям на нас, прям бочком. Вот этот по тачкам. Это бронированная тачка, и она подняла кверху. Так, прицеп у нас, походу, перевернулся. Хорошо, продолжим весь прицепом. Даже автобус можно снести. Это зверь, это реально зверь. И в сторону его. Поехали прям по трассе, это реально будет круто. Ему нужно даже замедлять время. И тачку вот так уже. Тачка спикера, то есть автобус спикера. Маленько в сторону, вот так подвинь его. Реально тачка зверь. Все подряд поднимает. Кажется, наша тачка уже дымится. Не беда, мы ее починим, конечно. И продолжим нашу. Ух ты, да. В обратную сторону. А тут у нас здоровый дирижабль. Так, надеюсь, мы не взорвемся, мы маленько, наверное, профиксим быстренько, схаутурим, а, ну, не знаю, профиксим давай-ка. Так, нормально профиксили и вернулись, походу, обратно. Что происходит? Как смотрится со стороны, это просто полностью безумие. Хорошо, погнали, промчимся и прям на тачку. Да, вертушка маленько нам сегодня мешает, походу. О, какие-то взрывы, как красиво подлетело, сколько кувырков-то. Большой взрывчат. Красота. Красота просто неописуемая. Ну что, погнали, наверное, через город, через холмы. И поднимемся. Вот это да. У нас УАЗик. У нас есть УАЗик. Где еще такое можно увидеть? Он даже не поднялся. Он не очень-то качественный, чтобы можно подняться. Ох, нормально, легковушка летает. Пух и прах. А нам нужно коповские машины. Ох, есть фургончик. Фургончик спикера. Ну-ка посмотрим. О-о-о, реально подлетает, даже погудел даже сейчас. Мы тоже умеем гудеть, и тачки в разные стороны. Так, мне кажется, поехали не сюда. Я хотел поехать прямо через город. Сейчас повернем здесь. Нет, мы не повернем. Коп даже вылетел. Это было, походу, преградом. А конус, походу, даже сплющился чуток. Даже сплющился чуток. Так, и у нас есть
Мерседес, который может вас кувырком отправить его. Преисподней. Ах ты же, ребята, вам сегодня реально жарко. Но по идее будет уже 5 звезд и появятся танки, которым можно будет тоже поднять кверху. Ах, вот наш УАЗик все-таки подняли кверху уже. И круто смотрится. Да, у нас сегодня нет оружия, не будем отстреливаться, просто реально у нас такая масштабная уже Может, будете нажать на трассу? Жесть. В сторону, совершенно верно. В сторону, а и можно даже и дрифт устроить. Ну-ка посмотрим, как у нас дрифтуют бачку, вот это жесть. Эх, маленько не вписались, ничего страшного. Снесли парочку столбов и продолжим свой путь уже. Сейчас скоро выйдем на трассу, там прибавим скорость, конечно же. Как смотрится этот кабин, друзья? А именно вот так. Тачка поднимается, я даже не вижу, где она. Эй, ребята, в сторону. Хо-хо-хо. Просто бочком уже им. Обалдеть. А где наш коп? У нас, по идее, 4 звезды. Ну-ка, секундочку, маленько в правую сторону. Вот так, задним лицом. Прямо по курсу вижу 2 мерса. Ребята, к вам просто. Эта тачка просто от бога, реально крутая. Так, ну что, обычную легковушку. Какие крики-то. Обалдеть, даже если поставить даже, наверное, вот такую камеру, довольно будет зрелищно смотреться. Так, у нас впереди, походу, какой-то есть. Эх, посмотрим. Ух ты, да. О, прям на камеру, как красиво смотрелось-то. Хорошо, переключим. Так, у нас здесь бронирован, но я не успею поворачивать. А мы вот так сделаем уже. Столбы просто ошибаются поверху. Обалдеть. Нормально. Все круто, только у нас тачка дымится. Сделаем маленько дрифт. Дрифтом уже. Мерс поправим и прям в воду, что ли? Нет, друзья. Хочется выйти из воды, конечно же. Сейчас попробуем выйти из воды. Ну-ка, давай-ка, друг, прибавим скорость. Вот, нормально, нормально. У нас, походу, там мерс сейчас. Мы вышли из воды. И, походу, у нас такое первый раз, когда мы просто выезжаем с трассы. А сколько там отметок красных? А что это такое, даже непонятно. Люди просто бегут. На карте вижу очень много красных отметок, даже не знаю, что это такое. Хорошо, погнали дальше. Я даже не знаю, где тут выехать можно. А у нас, по идее, тут есть полигон вокруг. Который, а на него заехать, походу, будет проблема. Хорошо, через холмы проедем. Вертушка прилетела прямо за нами. И выйдем прямо на трассу. Нужно, наверное, профиксить. А вот тут можно, кажется, и проехаться. Нет, там, походу, слишком узко. Так, поехали уже поверху. Поверху и можем даже выйти на трассу. Спокойно, деревья. Там, походу, куст какой-то был. Эх, задний ход не работает. Хорошо, проедем. Тут сколько копов, сколько у нас красных отметок, даже не знаю, что это такое. Так, давай-ка прям тут промчимся, надеюсь, прибываем. Вот так, прибываем и прям на трассу. Мы уже на трассе, только маленько бочком почему-то. Тачка, в принципе, на ходу еще, но она как-то дымится. Я, наверное, хочу ее профиксить. Сейчас профиксим быстренько и продолжим свой путь. Окейшки, дымок пропал. Дым вроде пропал и профиксили. Ну что, ребята, в сторону мы... Мы съезжаем, наверное, навстречу. Сейчас поднимем пару тачек. О, бедный коп, как его жестко прессанули. Как он болтается-то? Как помидор привязанный. Так, ну что, тебя тоже к сторонам. Можно от первого. Ух, красиво как. Реально очень красиво. А вот наши копы, друзья. Там, походу, Там, походу, альфа-патруль сидит. Как его крутануло-то. Красиво смотрится. Реально какой-то голливудский уже... Фильмец-то. Ух, кверху. Можно сделать ограбление банка на этой тачке. Сесть в тачку, ограбить банк и уже устроить такие погони. Так, ну что, уже прибавим скорость. Вот так уже. Вот, в сторону. В сторону. Эх, нужно было к вертушкам. Там довольно будет интересно. Хотя у нас там есть препятствия. Там интересно препятствие. И прямо по курсу две тачки. Ух, в сторону, жесть. Что сегодня происходит? Тачки просто кувырком летаются. Хорошо, давай-ка уже скорость нас не показывает, конечно, жалко. Мы на встречке, и нам все пофиг. Нам реально все, какие крики-то. Бедный коп, вот это подлет. Это красиво, передок просто расплющился. Жалко, не взорвалось. Так, вижу бронированную тачку, ну-ка попробуем сейчас. Там чувак реально тебя выпрессанет. Просто между ног подлетает кверху, можно было УЗИшкой просто его расстрелять. Это довольно эпично. Мы смотрим просто, ну-ка, включим уже кинокамера. Кинокамеру, пожалуйста. И посмотрим уже кинокамеру. Ух, кверху. Кувырочек и прямо на крышу другой тачки. Так, хорошо, мы замедляем время уже. О, просто в сторону резко ушел. Так, есть вертушка, можно даже и подлететь. Вокруг, наверное, вокруг у нас получается мостик. Вокруг мостика не получится. Хорошо, проехались. Съедем, наверное, на другую сторону. Прям в задницу уже будем тыкать машинам и посмотрим, что из этого получится. Так, промчались. Довольно удачно, практически. У нас сегодня очень мало машин, и я не вижу танков, друзья. А давай-ка прибавим, наверное, танки. У нас, по идее, тачка бессмертная, хотя она почему-то у нас дымится.
Ну да, напнуться. Хорошо, танки я прибавлять не буду. А какого черта? Когда еще может будет прокатиться на этой тачке? Конечно, никогда. 5 звезд, друзья, и у нас танки. Эх, на карте я не вижу практически. А нет, вижу. Какой большой бабах. Ну-ка, танчик сейчас подлетит шкверку. Хо-хо-хо-хо. Реально круто, танк можно... Он еще отстреливается. Вот это жесть. Это было реально круто. Так, ну что, танк у нас красные отметки на карте. Это наши танки. Там тачку курком. Ну-ка, можно же и шарик так сделать. Оп, мы уже в обратную сторону. Какой причудесный вид. Там вижу вертушку, там парочку холмов. Так, надеюсь, на колеса приземлиться. Курочки, курочки, и прям на колеса. Так, ну хорошо, погнали через пригород уже. Маленько сбили нас, но ничего страшного. Надеюсь, тут будут танки, и тоже сделаем парочку лыжков. Хотя тут скорость набрать очень сложно. Тут довольно песчаная у нас дорога. Так, у нас поезда нету. Поезда нету, конечно, поднять его кверху навряд ли можно. Потому что это скрипт, и... И нам нужно найти его уже... О-о-о-о, промчимся через кактуса. Главное, чтобы не было его большого взрыва. Так, хорошо, выезжаем таки на трассу, мы тут не проедем нигде. Вот и ребята приехали, парочку полицейских машинок, и прям по курсу есть танк, который хочется мне все-таки подбросить, так отметка исчезла. Хорошо, найдем другой танк, у нас походу там реально блокада какая-то. Сейчас будет большой, я даже не знаю как называется. Вот так уже прицеп, у всех поднят, подряд подняли, ох ты да. Ну-ка дрифтом давай. Дрифтом входим в поворот и... В принципе неплохо. Справились. Хорошо, погнали. Красные отметки прям позади нас, я впереди не вижу. Хотя, кажется, я вижу прям по курсу танк. Нет, у нас препятствия просто. Сейчас мы это препятствие просто реально снесем. Так, включаем кинокамеру, и мы уже у препятствия. Ух ты, да, кверху. Все именно кверху. Нормально. Так, я не вижу танков. Мне нужно, наверное, все-таки парочку танков. Все. Ну-ка, давай, дрифтом. Как получилось? Это что за дрифт получился? Это не получилось реально. Так, переворачиваемся. Так, задний ход я не вижу, у нас нет сзади конуса. Как получится, даже не знаю. Получился как-то разворот. Хорошо, прибавим скорость. Уходим, уходим от танка подальше. Вот так в сторону, нам нужно подниматься уже кверху. А ну-ка, давай-ка прям тут. А. Вот так прям повстречу. Ребята, в сторону, какие крики. И мы уже, друзья, уже на подъеме. Да, фура очень тяжелая, и подъем будет, походу, тяжелый. Но все-таки мы должны подняться. Кстати, я выбрал не очень удачное место. Потому что прям по курсу у нас танк. Ну-ка, давай-ка в левую сторону. Так, в левую и обманем. Так, он поехал по правой. Ох, тут у нас бедные животные, которых уже сдавили. Ну что, и такое бывает, конечно. Жизнь реально очень узкая. Здесь только можно на мотике проехать. Я зря поехал здесь. Можно было поехать по другой стороне. Сейчас все-таки доедем. Вот так уже. А, кажется, я вижу танк. Там два танка, нет, там три машины полицейские. Они уже вниз полетели. Так, давай-ка задний ход. Задний ход, передний. Мы как-то застряли. Друг мой, мы, походу, застряли. Нет, конечно, не застряли. Прибавим скорость. Вот, нормально. Какие-то взрывы. Прям в нас. Это красиво было. Но ручник у меня не работает. Так, нормально. Тачки просто летают сверху. Как эпично и красиво. Мы тоже, конечно, вниз полетели. Что происходит? Тут у нас реально тормоза не работают. Так, хорошо, мы спускаемся и поедем, наверное, в другую сторону. Будем подниматься уже в другом месте, потому что здесь мы реально не поднимемся. Так, промчимся. Жесть. Она реально очень быстро набирает скорость и неуправляемая на скорости. Она едет как таран. Ребята, подвиньтесь. Так, мы уже в пригороде, мы тут ни разу не катались в полицейских погонях. Ну, в принципе, и тут поднимем тачки вверх. Мы покажем тут, где власть живет. Так, хорошо, давай-ка наверх сюда прям. Прям дерево. У нас, в принципе, конус, и сможем повернуться. Мне кажется, у нас портится погодка. А вот есть какая-то у нас дорожка, прям по карте показана дорожка. Тачка у нас реально вся дымится. Так, давай-ка, мой друг все-таки должна будет уже подняться здесь на холмике. У нас там кончается дорога сверху, вижу. Раньше, походу, была речка какая-то. И вода вся стекала. Прям по этому русу. Так, ну что, у нас две вертушки. Жесть, реально тачка неповоротливая. Так, мы все-таки пойдем, даже не поймем, где мы находимся именно. Хорошо, у нас закончится дорожка, и нам нужно будет искать уже подъем. Мне кажется, затея сегодня, конечно, сложно будет. На тачке рампе подняться вверх, потому что у нас конус очень мешает, и мы уже вниз падаем. Так, тормоза. Тормоза работают. Так, давай-ка задний ход. Задний ход быстрее. Тачку уже нету, когда осталось две вертушки. У нас нет оружия, конечно, отстреливаться мы не будем. Пускай отстреляет, хотя у нас тачка уже все дымится. А уже задний ход. Слушай, это реально... Идея задним ходом, потому что впереди у нас конус, и он у нас как-то мешает подниматься кверху.
Так, вот наш, походу, кончается дорога уже. Где мы находимся? Черт его знает. В какую сторону? Вправо, влево подниматься. Хорошо, поехали дальше. В принципе, дорога кончилась по карте. Но мы продолжим подъем. Возможно, и поднимемся куда-нибудь. Тут даже диких животных не вижу. Так, нужно самую высокую точку, как понимаю. Самая высокая, прям по курсу. Так что нужно подниматься именно тут. Нас прессуют, конечно. Но без танков и без полицейских машин. Тут я реально еще ни разу даже не был. Так, нужно подняться вон туда, в правую сторону. Хотя тут у нас подъем проходит пока спокойно. Как бы спокойно, но тут я вижу, у нас какой-то тупик получается. О, можно свернуть в правую сторону. Как же не достали уже отстреливаться. Хрен нас не поворачивает. И законус у нас очень мешает. Нужно реально задним ходом. Так, тормоз. Тормоз работает на хорошо. Так, давайте все-таки мы сегодня поднимемся наверх и закончим. Так, вижу танки прямо на карте. Ну, давай-ка уже. Тут у нас дорога кончается, и, в принципе, подъем будет очень тяжелый. Но он поднимается. Эта тачка поднимается в гору. Хо-хо. Это довольно круто. Так, еще выше. Так, я вижу, кажется, уже основную дорогу. Прямо по курсу, и сейчас поднимемся. Так, а у нас... Ох, друзья, практически поднялись. Давай-ка, давай-ка, родной. Щиток осталось. Вертушки прямо перед нами. Да, подъем очень тяжелый, и, надеюсь, нас там не скинут. Прошли самые опасные участки, походу, точно. Так, ну что, поднялись? Мы поднялись уже практически на... Так, вижу конуса. Ах, ну что, мы практически реально поднялись. И мы наверху. И продолжим свой путь. Буквально осталось пару сотен метров, и мы будем, друзья, уже наверху. Да, тачка реально очень хорошая, и даже автобус разбрасывал в сторону. Так, походу, все-таки остался опасный участок один. Так, спокойно, главное не торопиться, тут реально очень высоко, и обрыв будет... Нет, нет, нет. Так, маленько застряли. Ух ты, да, мы забрались. Так, вижу диких животных, можно даже и дикое животное сбить. Да, можно... Нет, она просто сдавила. Я думаю, маленько в сторону подвинь, как машина. Так, ну что, нужно подняться именно вот тут, и это дело получается. Да, красиво поднялись. Так, ну что уже, давай-ка все-таки поднимемся наверх. Давай, давай, задний ход не будем, только передний. Передний ход уже. И вот таким макаром. Нормально, мой друг. Мне кажется, пойдет. Мы наверху. Мы, в принципе, на самой высокой точке. И, в принципе, ребят нужно отключить уже. Так, ребята, сегодня свободно. Тачка вся дымится, вся расстреляна. Сколько крови на ней. Ух ты, жесть. Сколько вмятин. Хорошо, мы выходим уже и осмотрим со стороны. Так, маленько упали. Ничего страшного. Мы поднимемся уже своими двумя ногами. Так, ну что, друзья, сегодня, конечно, уже не будем тачку сбрасывать вниз. Мы просто, наверное, посмотрим эту тачку. Да, вид тут, конечно, потрясающий. А тачка уже вся раздымилась. Так, ну что, друзья, на этом мы заканчиваем. Ну а с вами был Спикер, и увидимся в других роликах. А кто смотрел, спасибо и до новых встреч. Всем пока!